Бренд «Мастерская Олеси Мустаевой» – это победа в международном конкурсе качества «Лучшие товары и услуги Гемма-2022» и три победы в профессиональном конкурсе «Моя косметика». Вся продукция изготовлена из натуральных компонентов и имеет статус «Халяль». Татарстан – это красиво. Я и есть Татарстан. Ой, сюда. Спасибо. Пусть увидят, какой хороший шампунь вы делаете. Качественный. Спасибо, Станислав. Волосы растут, вообще остановить невозможно. Спасибо. Показал себя и написал просто, не знаю, как это. Уважаемый Руслан Магалевич, уважаемые коллеги, добрый день. Я благодарю Центр МакВиз, уже представить нашу компанию. От Алисы Николаевны приношу, она сейчас во Владивостоке на переговорах, поэтому я... Вы очень презентабельны. Благодарю. Значит, мастерская Олеси Мустаевой – это научно-производственное предприятие. Мы находимся в Казани. Работаем уже 13 лет. Сама Алиса Николаевна первое образование получила в КХТИ. А вот профильный уже как качество разработчика средств она проходила в Австралийском институте личной... Это... Нормально, поближе микрофон. В Австралийском институте личной гигиены. Значит, за последние 10 лет площади предприятия выросли с 75 до 2500 квадратных метров. На данный момент работает 50 человек сотрудников. По году выпускаем чуть более 100 тонн продукции, если в единицах, это примерно там 1,5 миллиона единиц. Есть, с 22 года мы заключили прямой договор с сетью «Золотое облако». Оно сейчас обеспечивает порядка 15% выручки. После пандемии маркетплейсы сильно поменяли, вот, скажем так, в свою сторону практику. И в текущий момент все маркетплейсы, если брать российские, обеспечены 55% выручки. Да? И вот дистрибьюторы региональные, с мелкой розницей по России, сейчас откатились вот на, скажем, на второе место, 27%. И при этом экспорт наш – это всего лишь 3%, и то в страны СНГ. Вот по этой части мы, на самом деле, совершенно недавно познакомились с Центром поддержки экспорта. Весной этого года, благодаря Центру, нашли партнера для выхода, вывода нашей продукции на маркетплейсы Китая, с прорабатываем детали проекта. Опять же, перспективы мы на рынками видим для себя это исламские государства, в первую очередь Турцию и Иран, потому что большие страны. Дальше, если смотреть по собственной продукции, еще производим, оказываем услуги по изготовлению продукции под торговым знаком заказчика. Вот в апреле, буквально недавно, отгрузили федеральной аптечной сети, там 20 тысяч единиц ушла продукция. Олеся Николаевна особо гордится сотрудничеством с врачами-трихологами как раз, для которых выпустила линейку профессиональных средств для кожи головы с глубокими исследованиями. Очень интересный проект, она любит такие вещи. Вот. В качестве еще двух ниш для себя мы определили в этом году. Это гостиничный сектор, куда мы готовим свои предложения, и туристическая часть. Вот мы все знаем, что в Крыму в каждой лавке продается сувенирная продукция, ну, косметика в качестве сувенира. Там и качество, и упаковка оставляют желать лучшего. Вот мы сейчас, наше дизайн-бюро, готовит проект с нашими родными мотивами, чтобы это было красиво, богато, качественно. Будем предлагать нашим предпринимателям в городе, да, для туристов. В качестве уже финала скажу, что мы планируем расширять наше производство в дальнейшем на базе промышленного парка «Иннополис» Лаишево. То, что для нас это вопрос престижа в первую очередь. Ну и немаловажно, это налоговые льготы. Все, благодарю за внимание. Вы, наверное, в этом комплексе, который рядом с выставкой, там хотите разместиться, да? Да. Хорошо. Спасибо. Давайте поаплодируем. Вот и волосы растут, и все хорошо. Спасибо. И выглядит свежо. Да. Спасибо.